городе Стамбул в рамках рабочего визита президент Садыр Джапаров встретился с лидерами ряда государств в ходе беседы с президентом Азербайджанской республики Ильхамом Алиевым. Состоялась обстоятельная беседа по актуальным вопросам двустороннего торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества. Садыр Джапаров приветствует Ильхама Алиева, подчеркнул, что Кыргызстан и Азербайджан по праву являются братскими странами. Он отметил, что в Кыргызстане всегда рады успехам и достижениям братского азербайджанского народа. Садыр Джапаров выразил заинтересованность в дальнейшем наращивании сотрудничества в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и политической сферах. Также президент Садыр Джапаров отметил важность активизации отношений между деловыми кругами двух стран, что будет способствовать увеличению объемов взаимной торговли, созданию максимально благоприятных условий для роста взаимного товарооборота. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил, что сегодняшний саммит ССТГ имеет историческое значение для всего тюркского мира, в том числе и Кыргызстана, и Азербайджана, так как ожидается повышение статуса Совета до Организации тюркских государств. По мнению Ильхама Алиева, это хорошая возможность поговорить об отношениях между двумя государствами и взаимодействиях по широкому спектру вопросов – политической, экономической и гуманитарной сферах. Президент Азербайджана выразил уверенность, что встреча двух лидеров даст хороший импульс дальнейшему развитию связей во благо двух народов Кыргызстана и Азербайджана. По его мнению, кыргызско-азербайджанское сотрудничество является полноценным и нацелено на конечный результат. Лидеры двух стран выразили взаимную заинтересованность в наращивании совместного взаимодействия по всем вопросам, представляющим взаимный интерес. Далее глава государства встретился с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым. Лидеры стран обсудили актуальный вопрос расширения двустороннего сотрудничества, в том числе углубление кыргызско-узбекского стратегического партнерства в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной сферах. Садыр Джапаров тепло поприветствовал Шавката Мирзиёева, поздравил его с переизбранием на пост президента Республики Узбекистан. Он выразил уверенность в том, что под его руководством страна и дальше будет добиваться значительных успехов в своем развитии. Садыр Джапаров заявил, что Кыргызстан настроен на дальнейшее укрепление и расширение всестороннего сотрудничества с братским Узбекистаном в интересах обоих народов. Садыр Джапаров пригласил узбекского коллегу посетить Кыргызстан с государственным визитом в целях поддержания высокого потенциала сотрудничества между странами и дальнейшего наращивания всего комплекса двустороннего взаимодействия. Шавкат Мирзиёев, в свою очередь, выразил мнение, что Кыргызстан и Узбекистан имеют большой потенциал в наращивании двустороннего сотрудничества, в том числе в торгово-экономическом направлении. По его мнению, имеется реальная возможность увеличения товарооборота между двумя странами до 1 миллиарда долларов США. Касаясь создания Кыргызско-Узбекского фонда развития, лидер Узбекистана выразил заинтересованность в наращивании деятельности финансовой организации. Президент Узбекистана заявил, что лично контролирует уход реализации совместных договоренностей на высшем уровне. Лидеры Кыргызстана и Узбекистана выразили готовность к продолжению плодотворного и активного диалога по всем направлениям совместной повестки. Также президент Садыр Джапаров принял участие в церемонии поднятия флага Кыргызстана по случаю открытия новой штаб-квартиры секретариата Совета сотрудничества тюркоязычных государств в городе Стамбул. На торжественном мероприятии присутствовал президент Турецкой республики Реджеп Тайип Эрдоган, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент республики Казахстан Касым Жомарт Токаев, президент Туркменистана Гурбангулы Бердимухамедов, президент республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, генеральный секретарь ССТГ Багдад Амреев. Главы государств синхронно подняли свои национальные флаги, а затем прирезали ленту нового здания штаб-квартиры секретариата ССТГ. После совместного фотографирования лидеры стран Тюркского совета прошли в новое здание штаб-квартиры секретариата ССТГ для беседы в неформальной обстановке. После всех вышеуказанных мероприятий страны-участники ССТГ прибыли на остров Ясада, который является одним из 9 принцевых островов в Мраморном море, который располагается между азиатскими и европейскими частями города Стамбул. Кундуз Кадатаева, Чингисхан Турбекулы, ЛТР, Турция.